Удар. Вот эти силы свою потерял. Ну и по точности оказался очень удобным для отражения. Лунгу. Отскок Павличенко. Гол! И 0-1. Урал. На мой взгляд, все-таки заслуженно забивает первым, потому что эта команда второй тайм начала очень бодро. Ну и Павличенко. Нашел свой момент. Конечно, там повезло. Повезло с рикошетом небольшим. Ну и отмечаем работу часам Белунгу, конечно. Роман Павличенко. Вот, вот это называется опытом, друзья. Лунгу, смотрите. Блестящая передача. Ну и грубейшая ошибка Андреева, капитана. Грубейшая. Играл на выходе. Играл этот мяч, но махнул мимо него. И вот такой просчет, он непростителен. Игрок уровня Павличенко. Такие моменты, конечно, обязан реализовывать, и он их реализует. Ну, это тот случай, когда нужно отметить Скрипченко. Он в перерыве так завел своих игроков, что они действительно заиграли по-другому во втором тайме. Вот совсем по-другому. Ну и вот она, пожалуйста, главная звезда Урала. Роман Павличенко ударом в одно касание открывает счет в матче. Это игра Романа, это его хлеб.